что-то вроде тумана. А когда вы просыпаетесь задолго до рассвета, он исчезает быстро, так и чувство сгорает. Правда? Я убежден. И чувство сгорает? Да. Очень быстро. Любовь – это просто туман, который рассеет. Народ, всем привет! Вот тут что-то какие-то строения когда-то были. Давным-давно уже нет ничего. Вот пришел, думаю, здесь походить, поискать металл. Вот такое вот место. Одни развалины остались. И лес. Ну что, народ, давайте приступим к поискам. Буду надеяться, что будут неплохие находочки. Так что давайте, погнали. Вот у меня какая-то находочка первая пошла. Нашел лопату. Интересно, интересно. Что же дальше будет? Пока что у меня вот такие две находки. Смотрите, как она прекрасна. Она восхитительна. Та-дам! У нее изящные углы. Какие пропорции! Какой вес! Ништяк! Ищем дальше. По-моему, труба хорошая.
мощная. Что-то держит ее сильно. Тяжело выходит. Я ее не унесу. Это же тяжелая болванка вот таким диаметром. Летая. Вы видели, народ? Эта штука килограмм 100 весит. Как ее вытаскивать? Хер знает. О, тяжело. Давайте я расскажу вам. Короче, вот эта вот болванка. Вот она идет. Она весит килограмм 100. Блин. 80 где-то, минимум. 80-90, это точно. Я только за один конец вот могу чуть-чуть приподнять и все. Вот за этот. Комары атакуют, блин. Набрызгался, один фиг атакует. Ну, меньше. Вот. Сейчас я вам покажу корни. Корни не давали. Посмотрите, какие корни. Вот один корень.
вот второй. Оба корня пришлось мне домкратом рвать. Ставил домкрат под сам корень. Он прямо трещал у меня по шву. 3 тонны дают о себе знать. Тот вообще легко пошел. Вот. Ну а вместе с трубой было это невозможно с корнями с этими. Вот по отдельности корни вырывает вообще только в путь. Я сейчас буду думать, как мне вот его забрать. Вот люди вообще, друзья, без понятия. А во-первых, мне он в машину не влезет. У меня болгарка есть. Попробовать. Не знаю, как его тащить отсюда. И пилить попробовать. Возьмет, нет, не знаю. Одно дело, знаете, была бы это просто труба. А это литая болванка. Ну, считайте, вот она. Вот, наверное, 1 метр. 2, ну, где-то 2 с чем-то метра. Она и есть. У нее вес примерно как у рельсы. Вот этого же размера. Вот рельса будет. Вес, наверное, будет такой же. Ну, короче, что, друзья, хочу сказать. Скорее всего, я сейчас ее как-нибудь, я ее даже не утащу. Блин. Короче, буду думать. Давайте включусь. Thank you.
это круто. Металл — это сила. Вот это да? Это нереально. Чуть-чуть совсем попилил. Офигеть. Ничего себе. Что, друзья? Что-то я это, надо было это, камеру это повыше поднять. Казалось-то и не видно было. Короче, вот эту вот болванку я поместил один конец вот сюда. Не знаю, что-то так на ум пришло мне. Второй конец у меня был тут. Ну, сейчас вот я отойду подальше. Вот смотрите, получается, между двух концов положил. И с одного конца поднял и подбросил. И посередине она разломилась. Хотя пропил, смотрите. Пропил тут совсем небольшой. Получается, вот он. Ну так, по кругу пропилил. И то полукругом. На удивление сломалось. Также и с этой стороны. На две части. Я не ожидал, если честно. Реально не ожидал. Но она тяжелая. Они, вот эта каждая часть килограмм по 40. По 40, может даже по 50. Очень тяжелая. Буду пытаться сейчас как-то до машины донести. Вот. Ну еще тут пробегусь. Посмотрю. Может, накопаю еще чего-нибудь. О, спина вообще тяжело. Тяжело, денежки даются, тяжело. Вот. Давайте пойду я это попробую унести и закинуть в багажник. Ну, в багажник я потом закину. Я же, главное, унесу туда, до точки. Все, возьму этот металлик, МДшку возьму и пойду еще пробегусь тут быстренько. Найду что-то, найду. Нет, поеду, сдам. Давайте, народ, погнал я, короче. А, у меня камера села. Я там еще немножко накопал. Вот. На зарядку ставил. Сейчас зарядилась. Все, что это? Дома у меня эти болванки. Дома все, закинул их. Тяжелые, очень тяжелые. Он еще выкопал, уголки выкопал. Две подкладочки у меня. Подкладочка раз, подкладочка два. С костылечками. Ну, там мелочь небольшая. Там проволока, ну, самое главное, вот. Я тут это уложил крест-накрест. Ну, туда у меня аж уперлась. Только-только вот влезла. Вот. Вон, смотрите, какая толстая. Здоровая. Сейчас мужики выгрузят. Приеду на металку. Что хочу сказать, это
Поеду я на металлоприемку. Приеду, сдам, включусь. Давайте, друзья, увидимся на приемке. Килограмм у меня вышло все. Это получается труба вот эта вот литая на 60 килограмм вышла. Что-то я преувеличил, думал килограмм 80 она. Вот 1850 вышло. Сколько я там? 2 часа походил. Нормально пойдет. Отлично даже, я бы сказал. Ну что, друзья, давайте всем счастливо, всем удачного копа. До новых встреч!